Электросамокаты попали под каток Следственного комитета. Топ-менеджерам крупнейшего проката грозит уголовное дело. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» стал инцидент, который произошел в Санкт-Петербурге 14 мая. Тут и идет речь о том, что Давид Залеев, солист Мариинского театра, упал с самоката и получил травмы черепно-мозговые, находится в тяжелейшем состоянии, в медикаментозной коме и подключен к аппаратам ИВЛ, а также, что те, кто катался, лихачи, сбили питерского писателя Валерия Айрапетяна и сломали ему ребра, и осколки попали в легкое. А также случилось очень много происшествий, как они наехали на других людей. И сейчас власти, Следственный комитет решил разобраться с этой фирмой. Ветры очень злые. Вот тут статья большая, не буду зачитывать. Слишком много этих электросамокатов. Следственный комитет разберется, что они чем занимаются. Ну а на этом все. Конечно, нельзя давать всем подряд. Надо же думать, кто нормальный, а кто с завихрениями. Ну как можно хулиганам давать самокаты? Вот они и натворили там на проспектах в Санкт-Петербурге. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И будете узнавать события, которые происходят в нашей стране и за